Уважаемые дамы и господа, дорогие гости, граждане Приднестровья, в канун 24-й годовщины образования республики хочу поприветствовать наших друзей, гостей из России, Абхазии, Южной Осетии и многих других, кто в испытаниях и в радости рядом с нами. В эти дни мы с уважением воспоминаем защитников страны, основателей, охраняющих мир миротворцев. С благодарностью отмечаем всех тех, кто строит и развивает Приднестровье сегодня. От имени органов государственной власти поздравляю всех приднестровцев с 24-й годовщиной образования Приднестровья. Желаю всем мира и благополучия, достижения наших целей, свободы и процветания. Хотел бы поприветствовать творческие коллективы и исполнителей, прибывших в республику, чтобы дать нам возможность прикоснуться к завораживающему миру искусства. Администрация президента и правительство ПМР, ряд государственных предприятий, организовавших концерты в эти дни, желает всем хорошего настроения, присутствия духа и только позитивных новостей. С праздником! Республики – это всегда радость, счастье и гордость. Праздник и музыка.